Тулинский на помост спортзала «Олимп» вышли 62 спортсмена из разных районов Западной Якутии. Как проходил открытый турнир по масс-рейслингу и кто оказался лучшим, расскажут мои коллеги из Мирного. Один из соревновательных видов игр «Манчар» собрал в Ленске своих многочисленных поклонников. Спортсмены встречались сразу на двух помостах. Это национальный вид спорта якутян. Он пришел где-то 15-16 века. В основном экипировке не нуждается. Там шортики, голый торс, обычные спортивные формы. Это все. На соревнованиях только требуется нескользкая обувь, шорты, ремень. На первый взгляд все просто. Два соперника перетягивают палку. Тот, кто сильнее и напористее, одерживает победу. Но на самом деле сила здесь ничего не решает. В таком виде спорта, как масс-рестлинг, объем бицепса и масса спортсмена далеко не решающий фактор для победы. И вроде бы с виду худенький соперник может с легкостью обойти более крупного. Валерий Николаев из поселка Сюльдюкар Мирнинского района в этом виде спорта более 20 лет. Масс-рестлинг для его семьи – традиция, передаваемая из поколения в поколение. Заниматься надо, я думаю, с малых лет, как бы набираться опыта, по соревнованиям ездить там. Я вот, например, с 8 лет занимаюсь сам, уже вот так. Отец у меня тренером был, сейчас тоже по чуть-чуть работает тоже. Молодые спортсмены проявляют искренний интерес. Они наравне со старшими выступают на турнирах и делают свои первые успехи. В самой легкой и младшей категории победу одержал Роберт Тартыев из поселка Артанахар. Я сегодня занял первое место. Сейчас поеду домой и буду тренироваться, чтобы победить в городе Мирный. Среди тяжеловесов перетянул всех соперников ленчанин Николай Тимошин. А среди представительниц прекрасного пола золото взяла Светлана Плющенко, которая также представляла город Ленск. В данных соревнованиях у нас достаточно много приняло количество человек. 59 мужчин и 3 женщины, всего 62 участника, приняли участие из Мирного команда, из города Мирного, и со всего Ленского района. Все лучшие спортсмены из разных районов будут собраны в команды и уже в начале февраля встретятся на турнире в городе Мирном. А дальше чемпионов ждут национальные игры «Манчары» в Верхнем Вилюйске. Дмитрий Вельчевский, Руслан Кириллов, телеканал «Алмазный край».